actually skate, so we went there to check it out. Damn, we're gonna check this out. This place is crazy. About back nose grind. Plus, like a little crack move. I'll skate this thing. Скейтбординг – субкультура с более чем полувековой историей, которая за время своего существования видоизменилась серьезнейшим образом. Теперь это не просто баловство для подростков, а настоящий вид спорта, да к тому же еще и экстремальный. На сегодняшний день индустрия скейтбординга развилась до многомиллионных масштабов, имея в наличии собственные крупные компании, культовые персоны и многолетние традиции. Скейтбординг как явление возник на рубеже 40-х и 50-х годов прошлого века. Тогда и была изобретена первая доска с колесиками, соорудить которую, как гласит известная легенда, додумались серферы Калифорнийского побережья. В принципе, неудивительно, ведь схожесть этих двух видов спорта заметит каждый. За отсутствием необходимых волн на просторах океана или ради забавы, серферы то и дело приделывали к доскам или ящикам колесики и катались на них по прилегающим к пляжу территориям. Катание на такой примитивной роликовой доске никто не воспринимал всерьез вплоть до 1960 года. Переломный момент наступил с начала производства скейтбордов на фабриках. Форма нового, так сказать, транспорта имела узкие носы и тейл, широкие бока по центру и, по сути, горизонтальную плоскость. Подвески были узенькими, а широкие колеса изготавливались из железа или твердых материалов на основе керамических смесей. В общем, нелегкая штука. И вроде всем понравилась новинка. За считанные годы возникли первые досочные бренды, тематические журналы, проводятся чемпионаты по скейтбордингу и развиваются особые стили катания. Однако заинтересованность молодежи пропадает уже к середине десятилетия, что обусловлено рядом причин. Большинство видели в скейтах тех времен сомнительный потенциал в прогрессе катания, расценивали это как очередную временную потеху. Спад прекратился в начале 70-х, и во многом это произошло из-за создания полиуретановых колес для скейтборда. Главная проблема, по сути, ушла. Скейты стали легкими и быстрыми. В эти годы появляются первые профессиональные команды, и каждый уважающий себя скейтер тех лет должен был знать про такие коллективы, как Zephyr или Z-Boys. Их стиль буквально открыл глаза всем фанатам этого занятия. Буквально преодолевая все законы физики, подобные команды продвигали новый вид скейтбординга. В 78 году один из участников Zephyr, Алан Гелфолд, придумал и исполнил трюк под названием Оли. Этот момент стал переломным в истории. Суть трюка была довольно проста, но в то же время невыполнима для новичков. Ударом одной ноги по тейлу доски и вытягиванием передней части производился прыжок на небольшое расстояние от земли. Оли стала базой практически всех будущих трюков. В дальнейшем скейтбординг развивался лишь за счет самых безумных и смелых ребят. Их имена могут быть на слуху даже у людей, ни разу не встречавших на своем пути этот вид спорта. Вот, например, Родни Малин. Именно он перенес трюк Оли на плоскую поверхность, а также изобрел большинство базовых флип-трюков. Например, кик-флип и 180-флип. А имя Тони Хоука сегодня и вовсе является самостоятельным лейблом. В возрасте 12 лет маленький Тони выиграл любительские соревнования в Калифорнии. В 14 стал профессионалом, а в 16 лет получил широкую известность как один из лучших скейтбордистов мира. К 25 годам он принял участие в 103 соревнованиях, выиграв 73 из них. Этот рекорд не удалось побить никому из скейтбордистов до сих пор. Сегодня под его именем выпускается одежда, скейты и культовые компьютерные игры. Несомненно, история скейтбординга еще очень молода, и впереди нас ждет множество открытий. Несмотря на скептические прогнозы, это движение вряд ли когда-нибудь канет в лету. Скейтборд уже давно не новое слово и в нашей стране. Можно смело говорить о том, что скейт-мода в последние годы очень прочно обосновалась на улицах российских городов. К примеру, скейтбординг в Москве является одним из самых популярных занятий молодежи. Начался в России этот вид спорта с того, что несколько военных заводов было переквалифицировано под производство скейтов. Зародились первые соревнования среди бордеров – Кубок Союза. За океаном мода езды на доске уже успела пережить полный цикл жизни. Начиная от этапа малоизвестности, продолжая андеграундом,
годом, затем массовой популярностью и достигнув периода разочарования и упадка, когда кататься продолжали только самые верные приверженцы спорта. В нашей же стране вплоть до 90-х годов скейтбординг существовал исключительно в форме слалома. Вот, например, старенький советский фильм «Курьер», в котором герои показывают самую обычную технику езды без особых трюков, однако для обывателей такие сцены оказались более чем крутыми. Недостаточный доступ к информации и неизвестность относительно тенденции развития скейтбординга за рубежом привели к тому, что к середине 90-х мода постепенно сошла на нет. Второе дыхание открылось на рубеже веков. Несмотря на открытие достаточного количества магазинов с профессиональным оборудованием, скейтбординг в России с тех пор стал требовать серьезных инвестиций. Для развития данного вида спорта необходимо строительство полноценных зимних и летних скейт-парков. На этом высказывании можно плавно перейти на развитие скейтбординга во Владивостоке. Проблема здесь такая же – не слишком много мест для катания. Считается, что первые скейтеры во Владивостоке появились в 1991 году. Правда, тогда их так не называли. Передвижение зигзагами, скоростной спуск по дорогам, благо машин тогда было гораздо меньше, ну и верх профессионализма – переворот доски при подпрыгивании. Вот, пожалуй, и весь нехитрый набор первых поклонников нового вида спорта. Хотя тогда его и спортом-то не считали. Тогда не было специализированных магазинов, не был общедоступен интернет. Приходилось учиться всему самостоятельно. В июне 2009 года на стадионе ДВГТУ открылся первый в истории нашего города скейт-парк, а уже через месяц на его территории начала работать школа скейтбординга. Но этого не хватало, ребята в итоге по большей части катались просто по улицам. Вскоре популярностью обзавелся стрит-актив. Площадка примыкает к Дворцу спорта для детей и юношества. В прошлом году здесь уже в 10-й раз прошел фестиваль альтернативной культуры и спорта «Позитив». Место всегда было доступно и открыто, но хотелось большего. Примерно в это же время скейтбордисты города стали выжимать все из инфраструктуры спортивной набережной. Именно там сейчас находится скейт-парк «Эдванс», который недавно был отреставрирован. Здесь же проходит большой экстрим-фестиваль «Мосты». Помимо спортсменов из Владивостока, сюда часто приезжают гости из Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска и других городов страны. Проводить зиму на доске дала возможность первая крытая площадка на базе фабрики «Заря», которая появилась в 2013-м. Правда, с тех пор там катаются по большей части BMX-еры. Закрытая площадка с переездом ДВФУ на остров Русский порадовала точка притяжения. Там и вовсе, как говорится, можно отрываться на полную. Это первый во Владивостоке крытый скейт-парк с поролоновой ямой и мягким фанбоксом. Многие из перечисленных экстрим-точек – заслуга президента Приморской Федерации экстремальных видов спорта Дениса Горбунова. Стоит отметить, что именно он получил молодежную премию «Ездя что» от главы Владивостока Игоря Пушкарева в области укрепления здорового образа жизни и развития физкультуры. С каждым годом экстремальные виды спорта развиваются, количество участников растет. Ну, наверное, примерно у нас сегодня человек 70 было, это достаточно много. Сегодня не такие прям жесткие соревнования, это больше фановая культура, да. И сегодня все отдыхают, наслаждаются, делают какие-то трюки. И мы планируем доделать скейт-парк на спортивной набережной. Мы ведем сейчас реконструкцию. Вот. Столкнулись с проблемой нехватки денег, в принципе, вот сейчас собираем, если какие-то партнеры появятся, опять же, надо закупить материал, нашли на полностью покрытие лесом, нету на фанеру, сейчас примерно где-то около 200 тысяч ищем, чтобы полностью дозавершить парк. Ну там, в этом году у нас уже прошло 4 соревнования по скейтборду, это была премьера мировая Adidas скейтбординг, которую провел тоже Владивосток. Это было открытие сезона, катай-созидай ребята делали. Потом было соревнование от компании Footwork. Это уже 4-е соревнование за год, день скейтбординга. Я думаю, что следующая номинация у нас будет, это BMX-номинация и номинация кик-скутер. Они сейчас тоже очень активно развиваются, уже только самокатеров, ну, кик-скутеров, собственно, более 500 человек, это очень много. Многие профессионалы доски отмечают, что, к сожалению, сегодня ощущается спад интереса к катанию у молодого поколения. С поголовным доступом к всемирной сети необходимость по несколько лет снимать скейт-видео отпадает. На смену им медленно, но верно приходят короткие профайлы и монтажи. Тратить огромные бюджеты на производство полномасштабных фильмов практически нет смысла, потому что после выхода они за считанные минуты распространяются в социальных сетях, на радость нетерпимому зрителю, желающему видеть трюки здесь и сейчас. Как бы то ни было, само движение
движение растет. Да причем не слабо. Международный олимпийский комитет уже включил скейтбординг в программу летней олимпиады в Токио в 2020 году. Поэтому, если до этого вы не были знакомы с этим занятием и считали его только субкультурой, самое время разузнать, кто и как будет защищать скейтбордную честь России на предстоящих летних олимпийских играх. С вами была программа «Вокруг спорта» на Восьмом.